Такс. Проверка записи. Раз, два, три. Ну, допустим, я... Допустим, я сделаю пулемет. И сделаю... механизмия. Давай попробуем. Так, вместо чего? Вместо вот этого, допустим. И... И вот эту хрень вместо... Вместо вот этого, допустим. Как я могу улучшить солнце хищника? У нее простой урон, да. Урон шанс крита. Давай ее закалим в огонь. Допустим. Ну, допустим так и... Допустим, душа воспламенения. Допустим так. Механизм я буду трогать. Хотя... Может, что получше есть? Вроде бы нету. А, нет, вот есть. Изображение, допустим. Прикрепляющиеся боеприпасы. Душа желчи. Подожди, сколько она? 517. Пойдет. Йо-хо-хо. Да, блин. Ничего не успеваю сделать. Сколько у них жизни?
Да блин, скин-код еще и... Пиздец мне на. Блин. Ты еще и мажешь. Охренеть. Ай-яй-яй. Давай. Ты сможешь или нет? А не, нифига не сможешь. По 300 урона наносить. Сучка. Блин, ну ни хрена себе бой. Блин. Я еще ничего не успеваю делать. Они мне и дамажить стали. Все, я покойник. Если я сейчас хилку не найду, я умер. Блять. Нет, что-то не то. Надо что-то делать. Сложно. Так сложно. Еще пока что.
Давай быстрее. Тут не загружается его. Почему я вышел оттуда, вообще говоря? Надо было там прям все улучшать. Блин, что у меня тут стоит-то? Бонус крита сопротивления урону. Шансы падения сопротивления урону. Утечка. Дай-ка я вот это вот сопротивление урона поставлю, наверное. Блин, у меня тут нету ничего, нифига ведь, а? Исцеля. Ничего у тебя нету-то ни хрена, придурок. Стоишь тут бесполезный. Пойду поколдую, может, что наколдую. Тут рандом в колдовстве. Ну или я не понял, как это работает. Ты что скажешь? Что скажешь? Что стоишь тут, козел? Вот, я поставил сопротивление урона, а в итоге получил усиленные враги, утечка жизни, коэффициент промахов. Усиленные враги, утечка жизни, коэффициент промахов. Рандом сплошной, понимаешь? То есть вообще рандом. Я не понимаю, как. Как тут крафтить правильно? Без толку. Все это без толку. Давай вот поставим сопротивление урона. Ну, допустим. Вот эта вот дрянь совершенно бесполезная, кстати говоря. П
Поэтому вместо этой дряни лучше поставить... Я даже не знаю, что лучше поставить. Но это будет... Давай вот это поставим. Только я его сделаю, наверное... каким? Ледяным? Да, ледяным сделаем. Ядро холода. Шанс заморозки. Допустим. Ну и крит, наверное. Шанс крита 10%. Ну, поставим. Так, и, наверное, можно тебя еще можно, наверное, засунуть. Тебя, кстати, тоже можно засунуть, да? Ты огненный, да? Огненный. Нет, дай-ка я лучше шанс поставлю. Может быть, есть и шанс, и бонус, нет? Вряд ли. Ладно, дай шанс поставим. Почему красные все еще с минусом, а? Шанс крита утечка ци. Ну... Блин, вот это бы поставить. Эссенция удачи и ускорения. Эссенция удачи и ускорения. Блин, да нет. Во, вот это. Сколько очистить? Давай. Почему так неудобно сделано все? Сто шесть урон, да? Размер обоймы. Урон 19. Размер обоймы. На 6 патронов. Ну давай. Ну допустим. Ну допустим. И все.
Больше я ни хрена с этим сделать не могу. Так, ну вообще-то, подожди. Вот этот тоннуально маленько могу прокачать, ну да. Время перезарядки. О. Ну и все, а больше я ничего сделать не могу. Без прокачки, опять же. Ты с этим медленно двигаешься, что ли, я не пойму. Как тебя убивать, а? Заряжи. Как же меня убивать-то? Блять, так ёб твою мать. Это просто пиздец какой-то. Сложно с двумя.